Меняется мир, меняются и стратегии. В областной столице продолжают обсуждать корректировки стратегии развития Самары до 2025 года. Новые глобальные вызовы, в том числе пандемии коронавируса, требуют решений, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы. Свои предложения в обновленный документ готовит и молодежь. Обсуждение проходит в точке кипения Самарского университета, который объединил на своей площадке экспертов разных научных институтов и общественных организаций. В настоящее время мы занимаемся тем, что мы проводим стратегические сессии, чтобы услышать как раз мнение этих экспертов, услышать мнение сообщества и синтегрировать это вот в единый документ. Образование, досуг, спорт, гражданские права и обязанности молодого поколения обсудили на заседании круглого стола «Стратегия Самары. Взгляд молодежи». Здесь сегодня встречаются представители молодежно-совещательных структур. Это молодежная избирательная комиссия, молодежный парламент и молодежное правительство. И мы с ребятами будем дискутировать на тему, какая должна быть Самара, по их мнению, в 2025 году. Отдельно обсудили участие молодежи в избирательном процессе. Работа в этом направлении идет регулярно. Повышаем правовую и электоральную активность молодежи, то есть проводим различные мероприятия от избирательной комиссии Самарской области, рассказываем ребятам, что такое выборы, как в них участвовать, что это честно, открыто. Также проводим различные игры для молодежи. Все предложения, которые выработают на сессии, направят в городскую администрацию для включения в обновленную стратегию развития Самары. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.